Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, геометрия 7 класс, автор Мерзляк, задание 554. Докажите, что если центр окружности, описанный около треугольника, принадлежит его высоте, то этот треугольник равнобедренный. Тогда возьмем треугольник ABC, опишем около него окружность, центр этой окружности обозначим буквой О. О – это центр описанной окружности. Проведем высоту BH. BH – высота. И пусть центр описанной окружности точка О лежит на этой высоте. И нам нужно доказать, что в этом случае треугольник ABC равнобедренный. Из того, что точка О – это центр описанной окружности, следует, что точка О лежит на всех серединных перпендикулярах, проведенных к сторонам треугольника. Но центр описанной окружности лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника. Значит, тогда точка О принадлежит серединному перпендикуляру отрезка АС. Ну, теперь у нас есть из точки О уже проведен перпендикулярно АС. И поскольку из точки можно провести, из точки, не лежащей на прямой, можно провести единственный перпендикуляр к данной прямой, то тогда OH или BH – это и есть серединный перпендикуляр отрезка АС. Значит, BH – это серединный перпендикуляр отрезка АС. Но тогда, если это серединный перпендикуляр, тогда точка H является серединой AC, а H равно HC. А это обозначает, что высота BH, BH – это и высота, и медиана. Но это есть признак равнобедренного треугольника. В треугольнике, в котором медиана является высотой, является равнобедренным. Значит, ABC равнобедренный, что и требовалось доказать. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.